Всем привет, с вами Террасер и Нюкин. И, ребята, это второй ролик со мной. Я надеюсь, вы уже меня знаете. Да, я тоже надеюсь, что вы знаете Нюкима, вот, моего друга. И сейчас мы поиграем в такой мини-гейм на сервере Mindplex под названием Draw My Thing. Здесь нам необходимо будет рисовать то, что кто-то там задумал. Вот, по идее. Ну, сейчас посмотрим. У нас остается немножко тут времени до начала игры из-за того, что кто-то ливанул. И этот счет пошел заново. Но я надеюсь, сейчас никто ливать не будет, и все будет отлично. Какой-то свинтус ливанул. Но кто-то занял его место. Я тоже думаю, что все будет отлично. Главным образом потому, что, возможно, кто смотрел предыдущую серию, поймут, что, так сказать, воин... И из меня особенно никакой, и реакция у меня так себе, а вот рисовать я, ребята, умею довольно неплохо. И немного у меня положительных качеств, и я считаю рисование одно из них. Да, с этим нельзя не согласиться. Постараюсь вас удивить. Также в этой серии я буду играть роль переводчика. Террасер не все слова по-английски знает, поэтому в случае чего Нюкин придет на помощь. Да, это очень даже здорово. Здесь, получается, Нюкин будет реально как переводчик. Помню, раньше Денис Смайт переводил, но так как Денис с нами не играет, будешь ты переводить. Получается, пост сдал, пост принял. Да, так. Вот смотри, короче, что здесь будет сейчас. Сейчас посмотрим. И что это такое? Доска очищается. Вот видишь, раунд 1, что там написано? Что-то... Так... Ну, это ник чувака, и он типа рисует. А, точняк. Ну, давай посмотрим, что он рисует. Мы, короче, должны... мы должны понять, что он рисует, и написать это в чате. Мы должны написать это в чате. Что это может быть? Это, я думаю, печенька. А, вон, кстати, видишь, еще чуть выше, чем наши сердечки, там буквы сейчас появляются. Подсказки. Да, подсказки. Что это может быть? Вон, че, что-то там... Сейчас я то же самое напишу. Ну, слово длинное. Слушай. Вот. Чармандер. Это же покемон. А, ясно. То есть ты сам загадываешь слово и рисуешь? Нет, там будет. Там тебе, когда ты будешь рисовать сам, тебе дадут задание, и тебе нужно будет рисовать то, что там будет. Ну, знаток покемонов из меня никакой, так что тут у меня шансов не было. А может быть здесь одни покемоны будут? Так, что это такое? Вот это что такое? Это может тоже покемон? Блин, какое название длинное? Я даже не знаю таких слов на английском, наверное. Так. О, нифига себе, смотри, как Paint рисует. Что-то все удалил. Ну, пока что без понятия. А буквы, они сами все появляются? Или... Да, со временем появляются. Олигхэ. Что он рисует вообще? А тут два слова, что ли? А, да, кстати, это два слова. Может, тоже какой-то покемон? По-моему, этот чувак упоролся, рисует кровь, мясо какой-то. Холдин Ханс. Это скрипя руки, что ли? Или держать Hands. Руки? Ты рисуешь их. Угу. Что такое анчор? Анчор? Ага. Черт. Сейчас, секунду. Я не знаю. Анчор, что такое? Анчор. Якорь, Мих, рисуй якорь. Ладно, а ты пиши анчор. Пиши, не пиши, пиши анчор. Так, черт. Быстрее, быстрее пиши. Я надеюсь, похоже. Ура, нет? Сейчас посмотрим. Я по идее угадал. Ну ладно. Я написал анчор. Там надо первым написать. Черт. По идее, дали одно очко. Ты написал, наверное, не первый. Да, я в самом низу списка. А интересно, почему мне дали два очка? Откуда это вообще? Два очка у меня. Смог нарисовать. Так, что он рисует здесь? Это две точки, это глаз. Смайл, наверное, сейчас. Че, что-то S. Кути, может? Нет, мало букв. Может, это тоже покемон какой-нибудь? Ай, нет, это не Hello Kitty. Что это может быть? Kitten? Нет, Kitten с другой буквы начинается.
Чик. Чик. Чё за... Он щеки показал. Прикол. Ладно. Следующий рисунок. Ну, короче, сейчас я Google Translate включу на телефоне. Думаю, это нам сильно поможет. Да, то есть английский ты тоже не так сильно знаешь. Ну, видать, неразговорный у меня. Да. Так, здесь последняя буква R была. Этот чувак что-то... О, ты рисуешь! А как... А, свинг. Я не в самом лучшем, значит, так сказать... Давай, хоть что-нибудь начни рисовать. Какой кнопкой рисовать? Да просто рисуешь. Я зажимаю и ничего не рисую. Выбери карандаш. Блин, на какую кнопку? На панели приборов. А V какая там? V? Да, нет, W. О! Я типа правильно. Будем считать, что я хороший художник. Ну, неплохо. Я, конечно, не понял, что это такое, но ты мне подсказал. Ну, типа, поменять местами или... А, черт, ну... Ну, я все равно понял. Так, ладно, нормально. Так, мне кажется, это какая-то кастрюля, может, или... Сейчас посмотрим, что он еще нарисует. Лампу, что ли? Может, утка? А, собака? Нет, не собака. Тоже покемон, что ли? Я не знаю таких покемонов. Либу. Я не знаю такого слова. Лайн, лев. А это лев? Ой, приколисты. Какую-то жесть рисуют. Да, они явно не учились в художественной школе. Как, в общем-то, я... О, что это он выбирает там? Кисточку выбрал. У него желтая какая-то. По-моему... Это... Банан, что ли? Банана? О, да-да-да. Банан. Ой, банана. О, банана. Ты... Тебе три очка дали, мне одно. А что, гнилое, что ли, с одной стороны? Зеленый. Нет, это, наверное, как называется-то, ну, веточка его. На веточка черная обычно. Но еще не позеленела. Не пожелтела, в смысле. Ну, мурашевая. Ты вообще на первом месте, да? О, я опять рисую. А что мне сейчас рисовать? О, томат. Томат рисую. Томато. Томато. Так, ура. Етерия первый. А только цвет как мне поменять? Ну, его сверху, наверное, тыкнуть. А, точнее. Томат. Надеюсь, понятно, что это томат. Так, томат. Еще больше мой фруктовый сок. Да, а я томат. Честно. О. Ну, похоже. Ну, да. Ты, кстати, сейчас вроде как на первом месте. Ну, это да, я думаю, сейчас на очереди. Не, сейчас не твоя очередь. Ой, так, это сложное. А что это у нас? Ого, какое большое. Ша, ша, что-то на S. Что это может быть? Ну, это, конечно, может... Нет, не су. Эу. Мне кажется, вторая буква... А, нет. Ну, это реально какая-то еда. Борщ, может быть? Английский как борщ. Спагетти, наверное. А, да, наверное. А почему оно цвет другой? Спагетти. Я, короче, ой, остался на первом месте. Ура. О, так, стоп. Тейл. Ну, это легко. Тейл? Тайл, да, пиши. О, я получил 3 очка. Так, ребята, настало время для художника. Ну давай попробуй, нарисуй хвост. Так, ну это типа нога пошла. Это человек? Нет, это одрещалый лев. Его задняя часть.
А что черного цвета? Лев желтого. Ну я не знаю, как выбрать цвет. Ты же сам мне сказал, наверху тыкай. А, вот. Ну типа вот, я... А это что, кровь? Стрелочка показывает. Понятно. Еще кружочек сделай, чтобы это... А, как у пирамиды на превьюшке? Да, не только у него. Во. Кто-нибудь угадал? Я угадал. Ты граничишь с гениальностью. Да. Так. Что следующее? Опять же, что-то... Банан, может? Я думаю, это фрукт какой-то. Apple. Ой, как Apple пишется? Нет, Apple больше слов... А, нет, это может лодка? Блин, у меня английский, конечно. Нет. Что это такое? Какая-то фигня. Он начал все зачеркивать. Вторая. Так. Это не остров. Сколько? Может, мусорный контейнер? Нет, трэш, вряд ли. Трэш тоже иначе пишется. Ого! Это шедевр! Черный квадрат Малевич. Это слово было Ян. Ян. О, ты победил. Ну, ребята, первая победа Нюкима. Поздравьте меня, я надеюсь, я заслужил ваш лайк. Ну, как бы, как же такому хвосту прелестному не поставить лайк? Но хвост реально чудесный просто. Лучше этого хвоста я ни разу в жизни не видел. Я думаю, единственный рисунок, который угадали просто все. Возможно. Ладно, ребята, в общем-то на этом все. Если хотите больше роликов вместе с Нюкимом, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на его канал, ссылочка есть в описании. Вот. Заходите ему, ставьте лайки. На этом все, всем удачи и пока.